So in this we have very limited time. У нас время очень немного, насколько я понимаю. Who's the coordinator of the program? Кто начальник программы? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Gyanati Mindrasya Gyananjana Shalakya. Chakshu-milita-yena, tasmai Shri Gave Namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. So this is a week of festivals. Итак, сейчас у нас неделя праздников. Actually, Krishna consciousness, every day is a festival. На самом деле, в сознании Кришны каждый день это праздник. Правда? Devotees start dancing at 4:15 in the morning every day. Преданные каждое утро начинают танцевать в 4:30 утра. They dance all day. И целый день танцуют. But some weeks have bigger festivals than other weeks. Но в некоторые недели бывает больше, чем обычно праздников, больше, чем в другие недели. We just celebrated the appearance of Lord Balaram. Так мы недавно только отмечали день явления Господа Баларамы. And I believe today's Sunday program is dedicated to Lord Balaram's appearance day. И сегодня воскресная программа также посвящена дню явления Господа Баларамы, насколько я знаю. Да. Да. And soon you'll have the appearance of Lord Shri Krishna. Скоро будет уже день явления Господа Шри Кришны. And subsequent to that. You'll soon have the appearance of Srila Prabhupada. И скоро, и после, на следующий день после этого будет день явления Шрилы Прабхупады. By whose mercy we're all assembled here together. По чьей милости мы все здесь сегодня собрались. So Krishna says in the Bhagavad Gita, Yada yada hi dharma se glanir bhavati bharata, abhyutarma dharma se dadat manam shijamaham. I appear from time to time to establish religion. Кришна говорит в Бхагавад Гите, я прихожу время от времени в этот мир для того, чтобы установить религию. And when the Lord appears, he appears with his eternal companions. И когда Господь приходит в этот мир, Он приходит всегда вместе со своими приближенными спутниками. So Lord Balaram is none else but also the Supreme Personality of Godhead. И Господь Баларама — это также сам Верховный Господь. What does the word Bal mean? Что значит слово Бала? What does it mean? Что оно значит? Strength. Strength. Сила. Material strength, huh? Материальная сила. The strength you exhibit in the Olympics. Та сила, которую можно увидеть на Олимпиаде. No. Нет. Bal means spiritual strength. Бала означает духовная сила. And Ram means. А Рам означает. Happiness. Счастье. Joy. Счастье, наслаждение. So how many of you want spiritual strength? Кто из вас хочет обрести духовную силу? How many of you want spiritual happiness? Кто из вас хочет духовное счастье? It looks like everyone is in a very good mood today. Похоже, у вас настроение хорошее сегодня у всех. I hope you'll buy all these books. Я надеюсь, вы купите все книги, которые у нас есть здесь. So Balaram is the source of spiritual strength and spiritual happiness. Итак, Господь Баларама является источником духовной силы и духовного счастья. So the many verses in the Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita in support of the fact that Balaram is the Supreme Personality of Godhead. В Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамрите есть множество стихов, которые описывают положение Господа Баларамы как Верховной Личности Бога. У нас нет времени, чтобы все эти стихи прочитать. Чтобы все эти стихи обсудить, нам пришлось бы здесь сидеть, как мудрецам на Амишаране, днями и ночами, и только тогда мы смогли бы все их прочитать. Вы готовы к этому? Okay. Даже если вы готовы. So, I'll just read one verse. Я прочитаю один стих всего. Васудева Калаянанта
Sasha Vadanaswarat, Agato Bhavita Deho, Arepi Achirakshaya. We just see the translation and purport. Мы прочитаем перевод и комментарий. Это стих из 10 песни, 1 глава, 24 стих. Первое проявление Кришны – это Санкаршана, которого также называют Ананта. Он является источником всех воплощений в этом материальном мире. До явления Господа Кришны этот изначальный Санкаршана появится как Баладева, просто чтобы удовлетворить Верховного Господа Кришну в его трансцендентных играх. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шри Баладева – это верховная личность, это сам верховная личность Бога. Он равен по могуществу Верховному Господу. И все же, когда бы Кришна не приходил, Шри Баладева приходит как его брат, иногда как старший, иногда как младший. Когда Кришна является, все его полные экспансии и другие воплощения приходят вместе с ним. Это подробно объясняется в читании Чаритамрити. В этот раз Баладева пришел как старший брат Кришны. So Balaram always appears when Krishna appears. Итак, Баларам всегда приходит вместе с Кришной, когда Кришна приходит в этот мир. In the Purport, Prabhupada says he is equal to the Supreme Personality of Godhead. Комментарий Шрилы Прабхупады объясняет, что Баларама равен Верховной Личности Бога. Sometimes he appears as his older brother, sometimes as his younger brother. Иногда он приходит как старший брат Кришны, иногда как младший брат. When Lord Rama appeared, he appeared as his younger brother. Когда пришел Господь Рама, Баларама явился как младший брат. And when Lord Chaitanya appeared, he appeared as his older brother. Но когда явился Господь Читания, Баларама явился как его старший брат. In your temple here, you have the deities of Gornitai. В вашем храме божества Горнитай. So Lord Chaitanya represents Krishna, the Supreme Lord. Господь Читания — это сам Кришна, Верховный Господь. And Lord Nityananda represents Balaram. А Господь Нитянанда — это сам Баларам. So Balaram is the source of spiritual strength. The first deities of Balaram were installed in the Krishna Balaram temple in Vrindavan. Так Господь Баларама – это источник духовной силы. Первое божество Баларамы в нашем движении было установлено Шрилой Прабхупадой в нашем храме во Вриндаване. Now we have Krishna Balaram in many temples around ISKCON. Сейчас у нас во многих храмах ISKCON есть божество Кришна Баларамы. And of course, in every temple of ISKCON you have Gornitai. И, конечно же, в каждом храме ISKCON есть божество Горнитай. So in the inauguration speech that Prabhupada gave, he said, if you want to make spiritual advancement, take shelter of Lord Balaram. Во время речи на открытии храма во Вриндаване Шрила Прабхупада сказал, если вы хотите духовно совершенствоваться, развиваться, вы должны принять прибежище у Господа Баларамы. Now, how can we understand Balaram? Как мы можем понять Балараму? How can we understand Krishna? Как мы можем понять Кришну? How? Каким образом? Is there some material school you can go to understand? Есть ли какая-то материальная школа, в которую можно пойти, чтобы выучить эту науку? You can understand them through the medium of seva. Нет, постичь их, постичь Бога можно только через севу. There are many academic scholars on the Vedas. Есть немало академических ученых, которые изучают Веды. Even when I came to your country first in 76, I met five or six Indologists who were all specialists on Vedic literature. Когда я в первый раз приехал в вашу страну в 1976 году, я встречался с несколькими индологами, с пятью или шестью разными индологами, каждый из которых был специалистом по ведической литературе. Even the late Dr. Katowski was a famous Indologist. Даже ныне покойный профессор Котовский был знаменитым индологом. But you can't understand that the Lord through scholarly efforts. Но невозможно понять Бога просто с помощью материальной учености. Athasha Krishna Madhi Nabhavel Graham Andriyahi Sevo Mukhe Jivadava. To understand the Lord, you have to engage in devotional service. Чтобы постичь Бога, нужно заниматься преданным служением.
And what happens when you engage in devotional service? Что же происходит, когда вы занимаетесь преданным служением? What happens? Что происходит? You get purified. Вы очищаетесь. Правда? But you need purification or you don't need? А вам нужно очищение или не нужно? Someone told me the Moscow devotees have already achieved purification. Кто-то сказал мне, что в Москве преданные уже достигли очищения. Правда, нет, правда. Правда? Yeah, okay. So you're speaking the truth now. Значит, вы говорите правду сейчас. Правда means speaking the truth. Правда значит говорить правду. I think there's a gazette in your country called Pravda. В вашей стране есть газета Правда, да? And during the communist regime, it was a very famous paper. В коммунистические времена это была самая известная газета. Now it's less famous. Сейчас она не так уже популярна. But I tell devotees the real Pravda is the Bhagavad Gita. Но я всегда говорил преданным, что настоящая правда — это Бхагавад-гита. And the Bhagavatam. И Шримад Бхагаватам. So before Krishna appeared from the womb of Devaki, who appeared? Итак, перед тем, как явился Кришна, кто явился? Before Balarama appeared, who appeared? И до явления Баларамы кто явился? The Садгарбасура. Садгарбасура. They were killed. These six sons were killed by Kamsa. Шесть сыновей, которых убил Камса. Да. What do these six sons represent? Кто были эти шесть сыновей? Что они олицетворяют? From the mind, Marichi appears. Из ума является Маричи. Marichi is an incarnation of the mind. Маричи является воплощением ума. And Marichi had six sons. И у Маричи было шесть сыновей. Kam, Krodh, Lobh, Moh, Mad, Matsarya. Вот это их имена. Lust is one of the sons of the mind. Вожделение — это один из сыновей ума. Anger is the second son. Гнев — это второй сын ума. Greed is another son. Жадность — это третий сын. Illusion is another son. Иллюзия — это еще один сын ума. Madness is another son. Безумие — это еще один сын. Envy is another son. И зависть — еще один сын. And what do these six sons combined? What are they called? Как называют этих шесть сыновей вместе? Анартхи. Одним словом, анартхи. When we talk about dust in the heart, you're really talking about the influence of these six anarthas. Когда мы говорим о том, что нужно очиститься от грязи в сердце, мы имеем в виду как раз вот эти шесть анартх, шесть видов пороков, от которых надо избавиться. In the third chapter of the Gita, Krishna was asked, how is one compelled into sinful activities? В третьей главе Бхагавад-гиты Кришне был задан вопрос, каким образом происходит так, что человек грешит даже как бы против своей воли. What did Krishna say? Что сказал Кришна на это? Lust only is the all-devouring enemy of the living entity. Он сказал, причина этого вожделения — это главный враг живого существа. Which is always burning like fire. Это вожделение всегда пылает как огонь. And where is this enemy to be found? И где можно обнаружить этого врага? Where? Где он прячется? Mind. В уме, senses, чувствах and и intelligence. В разуме. And how can this enemy be curbed? Как можно справиться с этим врагом? With the weapon of knowledge. Его можно сразить оружием знания. By knowledge you can understand that the lusty desires can never be satisfied. С помощью знания можно понять, что материальные желания, вожделения невозможно удовлетворить. В Шримад Бхагаватам описан пример царя Яяти. У него были неограниченные возможности наслаждать чувства в течение 10 тысяч лет. Но в конце он понял, что он был просто подобен похотливому козлу. Then there's anger. Затем есть гнев.
Lusting and greed are three highways that take you to hell, Krishna says. Вожделение, жадность и гнев — это три пути, которые ведут в ад, говорит Кришна. If you want to be angry, you should be angry when you think of Maya. Если вы хотите гневаться, то гневайтесь на свои мысли о Майе. And you should be angry when somebody is trying to curtail the spreading of Krishna consciousness. Также можно гневаться на тех, кто пытается помешать распространению движения сознания Кришны. Then there is greed. Затем есть жадность. Does greed have any limit? У жадности есть пределы? Sky is the limit. Жадность не имеет пределов. We are unlimitedly greedy. У нас бесконечная жадность. You see the rich people of the world getting richer. Вы можете видеть, как богатые люди становятся все богаче. They want to make more money. Потому что им нужно еще больше денег. Then illusion. Затем есть иллюзия. How does illusion work? Как работает иллюзия? Makes you believe the body, the self, and the talk of soul is fiction. Она заставляет вас думать, что тело это и есть вы, а что разговоры о душе это просто сказки и мифы. And hence you pursue the path of sense enjoyment. И поэтому нужно просто идти по пути наслаждения чувств. Then there's illusion, madness. Такова иллюзия. Затем есть безумие. And then there's envy. И затем есть зависть. A is envious of B, B is envious of C. Один человек завидует второму, второй завидует третьему. So envy has to be avoided. И нужно избегать зависти. So these six sons of Marichi represent the different anarthas that prevent us from understanding Krishna and Balaram. И вот эти шесть сыновей Маричи олицетворяют собой шесть видов анарт, которые мешают нам понять Кришну и Балараму. So if you want Krishna and Balaram to sit in your heart, if you want the Lord to sit in your heart, if you want to understand the Lord, first you have to make a suitable place for the Lord. Если вы хотите, чтобы Кришна и Баларам воссели на троне вашего сердца, если вы хотите постичь Кришну и Балараму, служить им, сначала нужно подготовить для них подходящее место в своем сердце. And how can you do that? Каким образом это можно сделать? By the power of devotional service. С помощью метода преданного служения. And then these anarthas will get cleansed. Таким образом вы сможете очистить свое сердце от этих анарт. Then you can invite Balaram in your heart. И тогда уже можно пригласить в свое сердце Балараму. Then you can invite Krishna in your heart. И затем вы можете пригласить в свое сердце Кришну. Согласен? But when the heart is full of dirt, full of these anarthas, you will not be able to understand Krishna and Balaram. Но до тех пор, пока сердце полно грязи, полно вот этих анарт, вы не сможете по-настоящему понять Кришну и Балараму. Just like when a man is diseased and he has high fever, even if you give him something very palatable, he won't be able to enjoy the taste. Это можно сравнить с тем, что если человек болен и у него высокая температура, даже если вы дадите ему что-то очень вкусное поесть, он не сможет это оценить по достоинству, он не сможет ощутить этот вкус. But as he gets cured, you can enjoy the taste more and more. Но чем больше он будет излечиваться, тем в большей степени он сможет ощущать вкус и сможет наслаждаться этой пищей. So Kamsa killing the six sons of Devaki represent the need for us to kill these anarthas before we invite Balaram and Krishna. И то, что Камса убил шесть сыновей Деваки, вот эти шесть анарт, олицетворяет то, что мы должны избавиться от этих шести видов анарт, прежде чем сможем пригласить Кришну и Балараму в свое сердце. И с помощью метода преданного служения вы сможете убить эти анартхи. So, Balaram appeared and made a suitable place for Krishna to appear. Итак, Баларама явился для того, чтобы подготовить все для явления Господа Кришны. Prasa Muni, the father of Vyasadeva, says, God is one with six opulences to an unlimited degree. Парашара Муни, отец Вьясадевы, говорил, что Бог — это тот, кто обладает шестью видами совершенств бесконечной степени. Айшвараджа Сама Грасия
Vinyasa Yesha Shashaya, Jnana Viragyava Shaiva, Sannam Bhagavatarana. He is the wealthiest of all. Прежде всего, Бог самый богатый. He is the strongest of all. Он самый сильный. Most beautiful. Самый красивый. Most famous. Самый знаменитый. Most knowledgeable. Самый знающий. And? И? Последний. Последний. The most renowned. Most renowned. Самый отреченный. In the material world, you may find someone who is very handsome, but he need not be the strongest. В материальном мире может быть человек, который очень красив, но при этом он не обязательно сильный. You may find someone the strongest, but not the most beautiful. Или же кто-то может быть очень сильным, но при этом некрасивым. But Krishna and Balaram have all these six opulences to an unlimited degree. Но Кришна и Баларама обладают всеми этими шестью видами совершенств бесконечной степени. Most of Krishna's pastimes were performed in the association of Balaram. Кришна проводит большую часть своих игр в обществе Баларамы. If you analyze Krishna's killing the asuras, Krishna clearly emerges as the hero. Если рассмотреть все эти истории, когда Кришна убивал различных демонов, то мы увидим, что Кришна является героем вот этих игр. But Krishna knows my brother Balaram is not inferior to me. Но Кришна также знает, что мой брат Баларама ни в чем не уступает мне. Balaram appears to make Krishna's pastimes more relishable. И Баларам приходит для того, чтобы сделать игры Кришны еще более сладостными. He serves Krishna in all the five mellows. И он служит Кришне во всех пяти расах. Even in the Vatsalya Bhavi he serves Krishna. В Vatsalya Bhavi он служит Кришне. Balaram was very concerned that Krishna may not go on his birthday to the Kaliya serpents near island lake. Как Баларам очень переживал, чтобы Кришна не пошел на озеро Кали, где жил этот ядовитый змей. Thakur Bhaktivinoda has given a commentary on Krishna and Balaram killing the different demons. Шрила Бхактивинода Хакур комментирует вот эти истории о том, как Кришна и Баларама убивали разных демонов. Thakur Bhaktivinoda explains by hearing the pastimes of Krishna and Balaram killing these asuras, the different anarthas can get eliminated. И Шрила Бхактивинода Хакур объясняет, что слушая истории о том, как Кришна и Баларама убивали различных асуров, можно, слушая эти истории, избавиться от различных анартх в своем сердце. We're getting ready to celebrate Janmashtami. We're still celebrating Balaram's appearance day. So we should intensify our hearing of the pastimes of the Lord. Итак, мы собираемся отмечать, праздновать Джанмаштами. И сегодня мы еще празднуем день явления Баларама, поэтому в эти дни мы должны стараться больше слушать о Господе, об играх Господа. Krishna performs superhuman activities from his appearance. Кришна с самого явления совершал сверхчеловеческие деяния. He appeared in his four-handed transcendental form. Сначала он явился в своем трансцендентном четырехруком облике. To convince his parents that he has appeared at last. Don't worry, do not have any fear. Для того, чтобы убедить своих родителей, что наконец он явился и что им нечего больше бояться. Затем, по просьбе родителей, он принял облик обычного ребенка. И есть описание там 23 демонов, которых убил Кришна. И большую часть и Баларама, и большую часть из них 20 убил Кришна. Balaram also killed some demons. Но Баларама также убил нескольких демонов. So don't underestimate Balaram. Поэтому не нужно недооценивать Балараму. Balaram was happy to see Krishna kill most of the demons. Баларам был рад видеть, что Кришна убил большую часть демонов. After all, his purpose is to make Krishna's pastimes more relishable. Потому что цель Баларамы в том, чтобы делать игры Кришны еще более сладостными. He wants Krishna to be the hero. Он хочет, чтобы Кришна был главным героем. But Krishna is anxious to have Balaram as the hero. Но Кришна хочет, чтобы Баларам также был героем. So Krishna is bluish, blackish in complexion. И цвет тела Кришны темно-синий или даже черный. Balaram is white. И цвет тела Баларамы белый. Balaram likes blue color.
Баларами очень нравится синий цвет. His hands are very tall, they come right to his knees. У него очень длинные руки, которые достают до колен. And Balaram also killed some powerful demons. Баларама также убил нескольких могущественных демонов. Once Krishna's friends came and told Krishna and Balaram, there is this forest called Talavan Forest. Однажды друзья пришли к Кришне и Баларами и сказали, что вот здесь есть один лес, который называется Талаван. Oh, it has such aromatic trees. Там такие замечательные деревья. And the best fruits in the world. Там самые лучшие фрукты растут. We want to eat those fruits. Мы хотим попробовать этих фруктов. Some fruits are on the ground and most of them on the tree. Некоторые плоды лежат на земле, но большая часть на деревьях. But we don't have access to those fruits. Но мы не можем попасть в этот лес и поесть эти фрукты. Why? Why don't you have access? Почему вы не можете туда попасть? There's a powerful demon here. Там живет очень могущественный демон. Dinakasura. Assumed the form of an ass. Который принял образ осла. So when we go there, the ass comes and beats us, kicks us, and drives us out. Когда мы приходим туда, прибегает этот осел и прогоняет нас, пытается нас легнуть. So Balaram, can you help us? Баларама, можешь помочь нам? Why not? Баларам сказал, почему бы и нет? I'm here to serve all of you. Я здесь, чтобы всем вам служить. So Balaram went to the tree. He started yanking. Баларам and all the fruits fell down. К дереву стал трясти его, все фрукты попадали. Yes, Dinakasura was nearby. И этот осел Динукасура был неподалеку. He heard the fruits falling down. Он услышал, что падают фрукты с дерева. Who is it? Who has come into my kingdom without my permission? Это кто там? Кто пришел в мое царство без моего разрешения? He saw Balaram over there yanking the trees. И он увидел, что Баларама обтрясает его деревья. Dinakasura came from behind and kicked Balaram. И Динукасура подкрался сзади и легнул Балараму. What did Balaram do? Что сделал Баларама? Caught him by his legs. Он схватил его за заднюю ногу, swung him around, раскрутил его над головой and threw him and he fell heavily on the trees. И забросил его на дерево. And he died. И этот демон умер. But the demons are never alone. Но эти демоны не одиноки, как правило. They have an army. У них обычно с ними целая армия. So the army came to attack Balaram. И вот эта армия этого демона пришла, чтобы напасть на Балараму. And Krishna and Balaram, one by one, swung them around and threw them. И Кришна и Баларама также их всех позабрасывали на деревья одного за другим. And then Balaram said, "Come on, now go and take all the fruits. Take as many fruits as you want." И тогда Баларам сказал своим друзьям: "Ну все, теперь можно есть фрукты сколько угодно. Идите, ешьте фрукты." And when Balaram killed Dinakasura and his friends, he got that cowboy boy. Well done, well done, well done. И когда Баларама убил и Кришна убили всех этих демонов, полубоги стали с небес кричать молодцы и хлопать в ладоши. Like in soccer, when your home team scores a goal, everyone claps. Как в футболе, если ваша команда забивает гол, все радуются, начинают хлопать в ладоши, кричать. Да? So, when Krishna and Balaram killed the demons, his friends, they also clap. И когда Кришна и Баларама убивали демонов, их друзья также радовались этому и прославляли их. So, by hearing this pastime of Krishna killing Dinakasura, you can eliminate your anarthas. И слушая об этой истории, о том, как Господь Баларама убил Динакасуру, вы можете избавляться от своих анартх. Был еще один демон, которого звали Праламбасура. Good friend of Kamsa. Он был очень хорошим другом Камсы. The king of the demons. Царя демонов. So Праламбасура knew Krishna was unbeatable. И Праламбасура знал, что Кришну невозможно победить.
But demons never give up, isn't it? Но демоны при этом не сдаются никогда, правда? Как все демоны знают, что в материальной жизни счастья нет. But do they give up? Но сдаются ли они в своих попытках найти счастье? They go on trying. Нет, они продолжают все равно. That's material life. Такова материальная жизнь. Last year, I was talking to my eye doctor in Washington. В прошлом году я беседовал с окулистом в Вашингтоне, глазным доктором. He said, my mother loves India. И он сказал, моя мать очень любит Индию. She just got to India again with her boyfriend. Она вот только со своим новым бойфрендом поехала в Индию. So I said, how old is your mother? А я спросил, а сколько вашей матери лет? He said, 92. Он говорит, 92. So that's your life. Такова материальная жизнь. Они не сдаются. So, Lamasura. Lamasura was another powerful demon, a friend of Krishna. Итак, Парамбасура был еще одним могущественным демоном, другом Камса. So he disguised himself as a cowherd boy. И он принял облик мальчика-пастушка. And he came to the assembly. Krishna was playing with Balaram and his friends. И он пришел туда, где Кришна и Баларама играли со своими друзьями. And Krishna saw Parambasura coming in disguised as a coward boy. Кришна увидел, что пришел Парамбасура, который притворяется мальчиком-пастушком. So Krishna pretended as if he didn't notice it. Ну, Кришна сделал вид, что он ничего не заметил. If you want to cheat Krishna, Krishna is 10 steps ahead of you. Если вы хотите, пытаетесь обмануть Кришну, то Кришна всегда на 10 шагов впереди вас в этом деле. So Krishna and Balaram made two teams. И Кришна и Баларама разбили всех на две команды. One led by Krishna, the other led by Balaram. Одну из них возглавил Кришна, а другую Баларама. And Parambasura was on Krishna's side. И Парамбасура был в команде Кришны. He gave up on Krishna. He thought Krishna was too strong for him to Он уже не надеялся победить Кришну, он понимал, что Кришна слишком сильный. He was targeting Balaram. Он решил попробовать с Баларамой. So in the match, Krishna's team lost. И в игре проиграла команда Кришны. So the game was, whichever team lost, had to carry the winning team on their back. И условия игры были такие, что проигравшая команда должна катать победителей у себя на плечах. I think they still play this game. Я думаю, до сих пор играют в такие игры. Да? В России играют? No. Россия более продвинутая страна, здесь более продвинутые игры. Okay, anyway, I thought this. Я думал, so Krishna's team lost and Balaram's team won. Итак, победила команда Баларама, а команда Кришна проиграла. So Krishna carried the demons. А? Krishna carried some demons. И Кришна. No, Krishna carried some friends. Итак, Кришна взял на плечи какого-то из своих друзей и понес. And Parambasura carried Balaram. А Парамбасура посадил на плечи Балараму. As I said, Parambasura knew killing Krishna was difficult, so he said, "Let me try Balaram." Как я уже говорил, Парамбасура думал, что Кришну убить трудно, поэтому попробую-ка я убить Балараму. So Parambasura had Balaram on his back. Итак, Парамбасура посадил на плечи Балараму. And Parambasura was going away from the crowd. И Парамбасура начал уходить подальше от общей массы. And they went very far. И он постепенно ушел очень далеко. Balaram can be as heavy as a mountain. Но Баларама стал таким тяжелым, как гора. So then Balaram expanded himself and increased his weight to the weight of a mountain. Баларама стал таким тяжелым, как гора. That was too much for Парамбасура. Парамбасуре стало очень тяжело, он уже не мог этого вынести. So he finally showed his true colors. Тогда он принял свой истинный облик. And what did Balaram do? И что сделал Баларама? Парамбасура was very tall. His body expanded to as tall as he touched the clouds. Парамбасура стал огромным. Он увеличился в размерах и почти доставал до неба. Такой большой был. But Krishna and Balaram punched him on the face and killed him.
Но Баларама просто ударил его по голове и убил. So by hearing this pastime, you eliminate the anarthas influence of lust. И слушая об этой игре, можно избавляться от вожделения, от этой анархии. By hearing the previous pastime, you eliminate the anartha of pride. А слушая о предыдущей игре с Динукасурой, вы можете избавляться от анартхи гордыни. Misunderstanding the Vedic philosophy. И также неправильного понимания ведической философии. So by hearing these killing of demons, different demons, you eliminate different anarthas. И слушая о том, как Кришна и Баларама убивали разных демонов, мы избавляемся от своих анартх. Balaram was not happy to see the battle of Kurukshetra. Баларама был не рад, когда увидел, что собирается битва на Курукшетре. So he went on pilgrimage. Поэтому он ушел в паломничество. And he came to a place called Namashrani. И во время своего паломничества он пришел в Наймишаранью. Have you heard of Namashrani? Услышали об этом месте Наймишаранью? Anyone has been there? Кто-то из вас был там? So there was an assembly discussion going on. Там собрались мудрецы, и у них было обсуждение. When Balaram came to the assembly, all the sages got up in respect. Когда Баларам пришел в это собрание мудрецов, все мудрецы встали со своих мест, чтобы приветствовать его. They knew who Balaram was. Потому что они знали, кто такой Баларама. How long can I go on? Till 6:30. Go on. A little longer. So, when Balaram came there, all the sages got up. Когда Баларама вошел, все мудрецы встали, чтобы его поприветствовать. But they all knew who Balaram was. То есть они знали, кто такой Баларама. But one devotee didn't get up. Но один преданный не встал со своего места. Who was that? Кто это был? Рамахашна Сута. He was born of Brahmical mother and Kshatriya father. Он родился от матери, которая принадлежала к сословию брахманов, а его отец был кшатри. So he was thinking he's very superior. И он считал себя очень великим. Why should I get up? I'm sitting on his high seat, his high vyasasad. Он подумал, почему я должен вставать, я сижу на этой высокой висасане. But when the Lord, the Supreme Lord comes, everyone should get up. Ну, когда сам Верховный Господь приходит, все должны встать, чтобы приветствовать его. Why does Krishna appear? Почему явился Кришна? To establish dharma. Чтобы установить дхарму. Bharitanaya sadhunam. So what did Balaram do? He wanted to show how the Supreme Lord should be worshipped. И Господь Баларама хотел показать, каким образом правильно нужно поклоняться Верховному Господу. Balaram, with a kusha grass, he touched the cheeks of Ramakrishna, and he died. И Господь Баларама взял одну травинку куша, коснулся к щеке Рамахашины Суты, и тот умер. Normally, if you want to kill someone, you need an A-47. Обычно, чтобы кого-то убить, нужен АК-47. Но Баларам взял просто травинку куша и коснулся щеки Рамахашины Суты, и тот умер. So when Рамахашина died, the sages said, "Oh, what have you done?" Когда Рамахашина умер, все мудрецы закричали: "О, что вы сделали?" We were performing a very long sacrifice running into thousands of years. We gave him special benediction. Мы собирались проводить долгое жертвоприношение на тысячу лет. Мы дали ему особое благословение. Now he's dead. Who's going to lead us? А сейчас он умер. Кто же будет вести это жертвоприношение? If you want, I'll make him alive again. No problem. Сказал, ну если хотите, я могу его оживить, нет проблем. No. You're the Supreme Lord. If that's your desire, let it happen. Они сказали, нет, ты Верховный Господь, если таково же твое желание, пусть так и будет, мы не хотим оспаривать его. Balaram gave a solution. Тогда Баларама предложил им решение. He installed his son on the throne. Он посадил на висасану его сына. And he continued with the yagya. Чтобы тот от его имени продолжил яги. But then Balaram told the sages,
Can I do something to atone for what I've done? Затем Баларама спросил мудрецов: могу ли я что-то сделать, чтобы искупить то, что я сделал? Yes, please. We need your help very badly, Baba. Мудрецы сказали: да, Баларама, нам нужна очень сильно твоя помощь. Our neighbor, there's a forest. Рядом с нами есть лес. And there's a very powerful demon who lives there. И там живет очень могущественный демон. Балвала. Балвала. He's a very bad demon. Очень плохой демон. When we do a sacrifice, he comes, he flies in, and spoils the sacrifice with stool, urine, mucus, vomit. Когда мы начинаем проводить жертвоприношение, этот демон прилетает и сверху начинает проливать в огонь жертвоприношения испражнения, мочу и прочие нечистоты. How would you like if you were doing a yagya and somebody came and put stool and urine and? Представляете, вот если бы вы проводили ягью, кто-то пришел и вылил в огонь туда вот все вот это, вам бы понравилось это? So these sages were tired. И мудрецам это очень надоело, им нужна была помощь. Они попросили Баларама: пожалуйста, можешь сделать это? This demon had a golden trident. У этого демона был золотой трезубец. And a black body. И черное тело. Баларам called for his club and plow. Баларама призвал свою палицу и плуг. И вот этой своим плугом и палицей он убил этого демона. И мудрецы на Мишаране были очень счастливы. Они были очень счастливы, что Баларама убил этого могущественного демона, который каждый раз портил им жертвоприношение. Одно из имен Баларамы — это Дауджи. What does Дауджи mean? Что значит Дауджи? Старший брат. Older brother. Старший брат. The Balaram is старший брат. Баларама — это старший брат. One day Balaram told Krishna, "Can you lend me your flute and peacock feather for one day?" Однажды Баларама сказал Кришне: можешь одолжить мне на один день свое павлинье перо и свою флейту? In Vrindavan, only one personality has a peacock. Во Вриндаване только одна личность носит павлинье перо. Who's that? Кто это? Кришна! And only one has a flute. И только у одного есть флейта. So Balarama has seen Krishna kill so many demons. Баларама видел, как Кришна убивал стольких демонов. Balarama knew who Krishna was. Баларама знал, кто такой Кришна. He was never an illusion. Никогда у него не было иллюзии. So Balarama said, "My brother is killing all these demons. He's a real hero. But for one day, let me become Krishna also." И Баларама думал: вот мой брат убивает всех демонов, он настоящий герой, но пусть на один день я тоже побуду Кришной. So he said, "Krishna, for one day, can you lend me a peacock and flute?" Поэтому он сказал: Кришна, можешь мне на день одолжить свое перо и флейту? Krishna said, "Нет проблем." Кришна сказал: нет проблем. So one day, Balaram would bring the flute and the peacock. И однажды вот в один из дней Баларама одел павлинье перо и играл на флейте. So Kamsa was busy sending one demon after another to kill Krishna. Kamsa постоянно посылал разных демонов одного за другим, чтобы они убили Кришну. Now he was going to send a horse demon. И вот он собрался послать демона лошадь туда. The horse demon said, "I can't recognize Krishna." Коня. И конь сказал: я же не смогу узнать Кришну. Как you want me to kill Krishna, but how will I recognize who Krishna is? There's so many coward boys playing in Vrindavan. Ты хочешь, чтобы я убил Кришну, но как я его узнаю? Там столько пастушков во Вриндаване, как я узнаю Кришну? Камса said, "It's very easy." Камса сказал: узнать Кришну очень просто. He's the only one in Vrindavan with a flute and peacock. Он единственный во Вриндаване, у кого есть павлинье перо и флейта. So you just look for anybody who is playing the flute and has a peacock. Тебе просто нужно найти кого-то, кто носит павлинье перо и играет на флейте. So
The powerful demon came to Vrindavan. И вот этот могущественный демон прискакал во Вриндаван. He was looking at all the cows. И стал искать, стал смотреть на всех пастушков. Then he saw Balaram wearing a peacock and a flute. И вот он увидел, что Баларама стоит с флейтой и с павлиньим пером. So the demon came from behind and gave Balaram a heavy kick. И этот демон подскочил к Балараме сзади и легнул его изо всей силы. И Баларама аж взлетел в небо от этого удара. И затем Баларама вернулся к Кришне и сказал ему: Please take your peacock and flute. Кришна, забери, пожалуйста, свое павлинье перо и флейту. One day I tried to be Krishna and I got this horrible experience. Вот я один день попробовал быть тобой, и у меня не очень хороший опыт в итоге. So he returned the flute. Он отдал флейту и перо Кришне. So Balaram, when he was traveling, he heard that the battle of Kurukshetra had come to an end. Когда Баларама путешествовал в паломничестве, он услышал, что битва на Курукшетре закончилась. So he came back. And he saw that Duryodhana and Bhimsen were still fighting. И когда он вернулся, он увидел, что Дурьодхана и Бхимасена продолжают сражаться. Duryodhana was training the art of club fighting by Balaram. Сам Баларама научил Дурьодхану искусству сражения на палице. When Balaram came to that assembly, Yudhishthira and his brothers thought that Balaram may have come to help Duryodhana in this fight. Когда Баларама пришел, Юдиштхира подумал, что может быть, Баларама пришел, чтобы помочь Дурьодхане в этой битве. But Balaram gave them advice. He said, Bhimsen is built better, and Duryodhana is better in the art of club fighting. Баларама сказал им, что Бхимасена сильнее физически, но Дурьодхана лучше умеет сражаться с палицей. So Balaram saw they were fighting, so he left the place. И он увидел, что они продолжают сражаться, и поэтому он ушел оттуда. In Satyayuga there was a king called King Revata. В Сатиюгу жил царь Ревата. He had a daughter called Revati. У него была дочь, которую звали Ревати. She was very, very tall. Она была очень высокой. And he could not find a husband for her. И никто не мог ей найти мужа. So he was in great anxiety. Отец не мог найти ей мужа, поэтому он был в беспокойстве. So he went to Brahman, Brahma. Он пришел к Господу Брахме. What should I do? My daughter is so tall, I can't get a husband for her. Он сказал Брахме, что мне делать? Моя дочь очень высокая, я не могу найти ей мужа. And while he was there, time passed so fast, it became Dwapara Yuga. Ну и пока он был у Брахмы, время быстро прошло и уже наступила Двапара Юга. Brahma said, perfect husband for your daughter is Balaram. Брахма сказал Ревати, что самый лучший муж для твоей дочери это Баларама. Balaram kept her plow on her head and she reduced to normal size. И Баларама, чтобы Баларама взял плуг и своим плугом уменьшил Ревати до своего размера, чтобы она подходила ему. Many wonderful pastimes of Balaram. Есть много удивительных игр Господа Баларама. So we should immerse ourselves in these different pastimes. Мы должны слушать об этих различных играх Господа. Krishna does say, "Madmana bhava mad bhakto madhyaji manumamaskaro." Think of me, bow down to me, offer your homage unto me. Кришна говорит: "Думай обо мне, выражай мне почтение, стань моим преданным, поклоняйся мне." And soon you're going to be approaching Janmashtami, the appearance of Lord Shri Krishna. Скоро мы будем праздновать Джанмаштами, день явления Шри Кришны. So we should also absorb ourselves in the wonderful transcendental pastime of Lord Shri Krishna. Мы должны погружать свой ум в мысли о удивительных деяниях Господа Кришны. We have such a vast subject matter to meditate upon. У нас есть столько много разных тем для медитации. So hearing is very important. Слушание очень важно. Shravanam, kirtanam, vishnu, smarnam, padasevanam. Shravanam means hearing, kirtanam means reciting. Shravanam значит слушание, киртанам значит повторение рассказа о Господе. So these festivals are another opportunity
increase our shravanam and kirtanam. И праздники это еще одна возможность увеличить шраванам киртанам. And as we get more absorbed in shravanam kirtanam, chetana pranamajanam will take place. И чем больше мы будем погружать свое сознание в шраванам киртанам, тем больше будет происходить очищение нашего сознания, четвадарпана марджана. Мы можем думать о многих темах. И говорить можем о многих темах. И сейчас, благодаря сотовым телефонам, люди говорят еще больше, чем когда бы то ни было. Should develop a higher taste. Но преданным нужно развить высший вкус. That is, talk, engage in Krishna katha. То есть говорить о Кришне, Кришна катху. So hear attentively, read. Слушайте внимательно, Господи, и читайте. Prabhupada worked hard, produced these books for our purification. Шрила Прабхупада много трудился для того, чтобы написать эти книги для нашего очищения. Эти книги изменили жизни многих, многих людей по всему миру. Две недели назад я был в храме в Атланте, в Америке. Я общался там, беседовал с лидером Санкиртаны, Брахмачари. So I asked him, how did he become a devotee? Я спросил у него, как он стал преданным. Told me a very interesting story. Он рассказал мне очень интересную историю. He said, I came from California, but I was disgusted with material life. Он сказал, что я родился в Калифорнии и жил там, но в конце концов я полностью разочаровался в материальной жизни. Then when I was in Florida, I asked a friend of mine to give me a ride. И когда я был во Флориде, я попросил своего друга подвезти меня in the car. На машине. He sat down in the car in the front. И я сел на переднее сиденье в машине. In the back seat, there was a Bhagavad Gita as it is in English. И на заднем сиденье я увидел Бхагавад Гиту, как она есть на английском. He had heard about the word Bhagavad Gita from his college professor once when he was talking about the Mahabharata. И этот преданный раньше слышал о Бхагавад-гите от своего преподавателя в колледже, который рассказывал о Махабхарате. So he asked his friend, "Can I borrow that Bhagavad-gita?" И он спросил друга, а можно я у тебя возьму почитать эту Бхагавад-гиту? So his friend said, "Why borrow? Take it!" Но друг сказал, а чего почитать возьмешь? Возьми ее, забирай вообще. Friend said, I met a nice Hare Krishna monk. I was impressed by his purity, so I bought that Gita. Друг сказал ему, я вот встретил как-то одного хорошего монаха из Хари Кришна. Мне он очень понравился, и я купил вот у него эту книгу. But I have no interest in that book. Но меня эта книга не интересует, у меня нет какого-то интереса. It's lying since many months in the car. Она уже много месяцев лежит у меня в машине. So I gave it to this boy. И он отдал эту книгу Бхагавад Гиту этому парню. This boy took the Bhagavad Gita home. Он взял ее домой. Started reading it. Начал читать. Before he met anybody, he started chanting. И даже до того, как встретил преданных, он уже начал повторять джапу. Then he discovered there was a temple nearby. Затем обнаружил, что где-то рядом есть храм. He started coming to the temple. Начал приходить в храм. And now he's become a wonderful devotee. И сейчас стал очень хорошим преданным. And how did it all start? Из чего все это началось? By getting a Bhagavad Gita. Просто он прочитал Бхагавад Гиту, получил Бхагавад Гиту. And who did he get it from? От кого он ее получил? A friend. От друга. Who bought it months ago and didn't even open it. Который купил ее за несколько месяцев до этого и вообще не открывал. So we can give you unlimited stories. Есть очень много таких историй. How these books have changed the lives of people. Как эти книги меняют жизни людей. Prabhupada wanted us to read these books. Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы сами читали эти книги. Прабхупада говорил, что когда Кришна видит, что вы читаете эти книги, это ему очень нравится. Krishna says, here is someone trying to understand me. Let me give him the understanding by which he can come to me. Кришна говорит, вот человек, который пытается понять меня, я должен дать ему разум, чтобы он смог понять меня. So how many of you want to understand Krishna? Кто из вас хочет понять Кришну? So the medium is
reading the books. И главный способ для этого это читать книги Шрилы Прабхупады. And distributing the books. И распространять их. We'll talk more about this later. Мы еще об этом поговорим позже. So as you know, very soon we plan to vacate this premise. Как вы знаете, скоро мы планируем освободить это место, уехать отсюда. So naturally, it's going to be a little painful. Естественно, это будет немного болезненно. Because devotees want to use all the facilities in service of Krishna. Потому что преданные всегда стараются использовать все, что есть у них в служении Кришне. But unfortunately, we are not the controllers of the material energy. Но к несчастью, мы не являемся теми, кто контролирует материальную энергию. So don't get discouraged. Поэтому вы не должны падать духом от этого. Whatever the Lord does, He does for our benefit. Что бы ни делал Господь, Он делает для нашего блага. Sometimes we have to struggle. Иногда нам приходится бороться, тяжело бороться. Once Prabhupada was coming down the lift of a building, and devotees were telling him, Prabhupada, you know, please go and take rest. Однажды Шрила Прабхупада ехал в лифте в одном здании, и преданные говорили ему, Шрила Прабхупада, вы плохо себя чувствуете, вам нужно отдохнуть. Prabhupada looked at the devotees and said, please don't take away my privilege to struggle for Krishna. Шрила Прабхупада посмотрел на этого преданного, который предлагал ему отдохнуть, и сказал, пожалуйста, не лишай меня моей привилегии сражаться за Кришну. So the struggle for Krishna is a privilege. И сражение за Кришну это привилегия. And if you study the history of the Hare Krishna movement, you'll see how Prabhupada also struggled. Если вы посмотрите на историю этого движения сознания Кришны, вы увидите, через сколько трудностей пришлось пройти Шрилу Прабхупаде, сколько ему приходилось преодолевать препятствий. Eventual goal is to have a nice temple in Moscow. Конечно, у нас есть цель, чтобы у нас был хороший храм в Москве. But we should not get discouraged by these temporary obstacles. Но эти временные препятствия, которые у нас возникают, не должны лишать нас вдохновения и не должны обескураживать нас. You know the story of the Hare Krishna land in Bombay? Вы знаете историю, как Шрила Прабхупада строил храм в Бомбее, Hare Krishna land? How many of you have been to the Hare Krishna? Кто из вас был в этом храме в Джуху, в Бомбее? It's one of ISKCON's biggest temples. Это один из самых больших храмов ISKCON в мире. They get over 60,000 people every day. Каждый день туда 60,000 человек приходят. Janmashtami, they get about 700,000. На Janmashtami туда приходит где-то 700,000 человек. It's covered by TV channels from the whole world. Там каждый Janmashtami приезжают несколько телеканалов и ведут прямой репортаж с Janmashtami. So Prabhupada had purchased the land in 72. Шрила Прабхупада купил этот участок земли в 72 году. But then some people tried to cheat Prabhupada. И потом некоторые люди пытались обмануть Шрилу Прабхупаду. But in the end, Prabhupada was victorious. В конце концов, Шрила Прабхупада одержал победу. Prabhupada и храм был построен. What's the victory without a tough fight? Шрила Прабхупада в конце сказал, что же это за победа без тяжелой битвы? Eventual goal is to have a nice temple in Moscow. Так что цель у нас остается той же. Мы хотим построить хороший храм, чтобы был хороший храм в Москве. But there may be some opposition and some. Ну, мы сталкиваемся с какой-то оппозицией, какими-то препятствиями, борьбой, это естественно. Queen Kunti says in the first canto, "My dear Lord, please increase my calamities." Царица Кунти в первой песне Бхагаватам говорит, дорогой Господь, пожалуйста, посылай мне все больше и больше бедствий. Does anyone pray for calamities? Кто-то молится обычно о бедствиях, страданиях? No! Нет. We always say, God, remove our calamities. Мы всегда молимся, о Бог, пожалуйста, избавь меня от всех страданий и проблем. Queen Kunti said the opposite. Но царица Кунти молилась о противоположном. What did she say further? Что она говорит дальше? Because, my dear Lord, the more calamities increase, the more we meditate at the Lord's feet. Она говорила, дорогой Господь, чем больше у меня страданий и проблем, тем больше я помню о твоих лотосных стопах. And the more we meditate at the Lord's feet, the faster they get freedom from birth and death. Чем больше я вспоминаю о твоих лотосных стопах, тем быстрее я избавлюсь от рождения и смерти. So use these challenges that Krishna is giving us to become more Krishna conscious. Используйте вот эти вызовы, которые посылают нам, вот эти препятствия, которые посылает нам Кришна, для того, чтобы стать еще более сознающими Кришну. Use these challenges to strengthen your spiritual life. Используйте эти вызовы для того, чтобы еще сделать свою духовную жизнь еще более сильной. And then the result will be there.
И тогда будет результат у нас. So please remain enthusiastic. Пожалуйста, сохраняйте воодушевление, энтузиазм. Повторяйте свои круги внимательно. Read the books. Читайте книги. Associate with devotees. Общайтесь с преданными. And have a strong desire to become free from the samsara birth and death. И сохраняйте сильное желание избавиться от самсары, рождения и смерти. Prabhupada created this wonderful ISKCON society. Шрила Прабхупада создал это замечательное общество ISKCON. It gives all of us the opportunity to associate and make spiritual advancement. Которое дает нам всем возможность собираться вместе, общаться и духовно развиваться. So you all want to make spiritual advancement? Вы все хотите духовно развиваться? Вы готовы пойти для этого на жертвы? Вы хотите, чтобы в Москве был хороший храм? Ну тогда нужно продолжать прикладывать усилия. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. I could have gone on, but I came late, and I know you devotees are very hungry. Я мог бы продолжать, но я опоздал. Поздно приехал, и я знаю, что вы очень проголодались все. Поэтому мы закончим на этом. А завтра... Tomorrow evening you'll give... Шрила Гопала Кришна Махарадж будет в Москве еще завтра и послезавтра. Завтра утром будет лекция 8:30 в храме на Ботанической, в храме Джаганат. И вечером лекция будет здесь, на Динамо. И послезавтра утром тоже на Динамо будет лекция. То есть завтра утром 8:30 лекция на в храме на Ботаническом, потом вечером будет лекция здесь, на Динамо. В 6 часов вечером завтра лекция будет на Динамо. И утром во вторник также будет лекция на Динамо, так что приходите. Okay. Then I go to India. И потом я поеду в Индию на Джанмаштами.